Второй магнитный проезд. Наверху у нас находится школа. Находится реабилитационный центр. Много домов, детские сады. Все течет. Подняться в гору практически нереально. Спуститься тоже. Сегодня один человек здесь упал. Его забрали на скорой. Но, тем не менее, ничего не происходит. Как пошли снегопады и дожди, гора в таком виде и остается. Для машин каждый раз это редкий квест. Вот как у нас едут и буксуют машины, которых конкретно сносят.